29 ноября 1954 года. Делегация направляется в особняк Министерства иностранных дел на улице Алексея Толстого, где будет проходить совещание европейских стран по обеспечению мира и безопасности в Европе. Три часа дня. В зале заседаний делегация Советского Союза, возглавляемая Вячеславом Михайловичем Молотовым, делегация Польской Народной Республики во главе с Юзефом Царанкевичем, делегация Чехословацкой Республики, возглавляемая Вильямом Широким, делегация Германской Демократической Республики во главе с Отто Гротеволем, делегация Венгерской Народной Республики, возглавляемая Андрешем Хегедюш, делегация Румынской Народной Республики во главе с Киву Стойко, делегация Народной Республики Болгарии во главе с Антоном Юговым, делегация Народной Республики Албании, возглавляемая заместителем председателя Совета Министров Мануша Муфтиу. В совещании участвует также заместитель министра иностранных дел, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в СССР Джан Вэньтянь в качестве наблюдателя. Участники совещания всесторонне рассматривают положение, которое сложилось в Европе в связи с подписанием сепаратных парижских соглашений некоторых западных государств относительно ремилитаризации Западной Германии и ее вовлечения в военные группировки, направленные против миролюбивых государств Европы. Совещание проходит в обстановке сердечности и полного единодушия. 2 декабря на заключительном заседании утверждается совместная декларация. Государственные деятели миролюбивых стран Европы направляются в Кремль для подписания декларации, которая войдет в историю современных международных отношений как важнейший документ. Здесь находятся все члены делегации, а также представитель Китайской Народной Республики Джан Вэньтянь, принимавший участие в совещании в качестве наблюдателя. Подписание декларации происходит в присутствии руководителей Коммунистической партии и правительства Советского Союза. Декларацию подписывают от Союза Советских Социалистических Республик Вячеслав Михайлович Молотов, от Польской Народной Республики Юзеф Царанкевич. От Чехословацкой Республики Вильям Широкий. От Германской Демократической Республики Отто Гротеволь. От Венгерской Народной Республики Андраш Хегедюш. От Румынской Народной Республики Киву Стойко. От Народной Республики Болгарии Антон Югов. От Народной Республики Албании Мануш Муфтиу. Наши народы, говорится в декларации, хотят жить в мире и иметь дружественные отношения со всеми другими народами. Именно поэтому, всемерно отстаивая и дальше интересы мира и всеобщей безопасности, они сделают все необходимое, чтобы обеспечить дальнейший мирный путь своего развития и должную безопасность своих государств.